идея создания данного двигателя была как бы в продолжении линейки ранее разработанного двигателя ММЗ 3LD на той же размерности 87/90. Ставка ставилась на простоту обслуживания данного двигателя, что и было реализовано, потому что современные двигатели оснащаются электронными системами управления, электронными системами подачи топлива, такими как Human Rail. Здесь же все реализовано для простоты использования. Обычная топливная аппаратура с механическим топливным насосом. Поэтому, скажем так, он не сильно отличается от тех двигателей, которые на сегодняшний день используются у нас в Республике Беларусь. На территории Таможенного союза действуют экологические нормы на сегодняшний день Stage 2. Зачем усложнять, скажем так, конструкцию двигателя, если можно на более простой конструкции добиться нужного результата? Так и произошло с этим двигателем. И один двигатель, который остался у нас в Беларуси, мы его использовали для переоборудования автомобиля ВАЗ. На сегодняшний день уже порядка 8 наших партнеров проявили желание попробовать этот двигатель. 6 двигателей отгружено для проведения испытаний. У других наших партнеров все довольны, как бы уже формируется заказ на следующий год. Кто-то хочет закупить порядка 150 таких двигателей, кто-то там меньше. Поэтому процесс идет.